центре внимания – молодежные инициативы. Председатель ЗАГС Собрания встретился с активистами Молодежной Думы при областном парламенте. Среди обсуждаемых тем – законодательная инициатива по обеспечению особых условий застройщикам, которые помогают решать проблемы обманутых дольщиков. Ее автором стала десятиклассница Любовь Долинская. Работа юной активистки даже отмечена дипломом первой степени во Всероссийском конкурсе молодежных законотворческих инициатив. Научным руководителем девушки был Владимир Киселев. И Любовь не скрывает решающую роль председателя ЗС в ее победе. На каждом этапе проработки моей инициативы Владимир Николаевич оценивал мою работу с точки зрения правильности написания, соотношения закона и моего предложения, моей инициативы. И, естественно, на каждом этапе я получала обратную связь и связывалась с ним непосредственно лично и через председателя Молодежной Думы. На встрече с молододумцами обсуждались и другие проекты. Например, ребята готовят законопроект, который ужесточает правила нахождения несовершеннолетних в интернет-кафе по ночам. Эта инициатива вполне может стать законом. Профильный комитет ЗАГС Собрания обсудит ее на ближайшем заседании. Работа с молодежью – важная составляющая деятельности ЗАГС Собрания региона, отметил Владимир Киселев. Мы создали при законодательном собрании и Молодежную Думу, которая у нас активно работает, и Совет молодых депутатов, и Школу молодого законотворца. И сейчас вот партия «Единая Россия» проводит большой проект, конкурс «Кадровый резерв». Все это направлено на правильное воспитание молодежи, на воспитание инициативных, активных, патриотически настроенных молодых людей.